Типа, ну лучше. Или АББ, или что это? Это проблема монология ВАГа, все остальное как бы это... Schneider Electric? Schneider, АББ, Siemens, Moxa, Биендар, Амро, этот, как его? Это вообще больно. А вот это что такое? Это источник питания. Это Power Monitor для качества электроэнергии. А вот это что такое? Это блок для зарядки аккумуляторной батареи. А это? Это SIL 3 реле для особо ответственных применений. Желтый, да, цвет? Да. Вот это грозозащита. Даже грозозащита есть? Да. Ну, разрядненько. А это просто обычные клемники, да? Это клемники. А релюшки где у вас? Релюшки? Вот реле. Внизу вон там реле. Вот эти, да? Вот реле. Вот эти, ну вот эти на ВАГ, на ВАГа похожи. А, вот здесь справа с реле возможностью подключения блока через, ну, сразу блоком к контроллеру. Это система ввода-вывода. Ой, как на Беков похоже. Вот. В принципе, на ВАГа тут. Такая же, как у Беков или дороже? У нас, ребята, ну мы сравниваем не с ними, а идет сравнение. Это, кстати, производится полностью у нас все. С Siemens и Schneider. Вопрос, зачем вот этот ключ? Это же кодирующие элементы. Ничего. Ну, в этот, в разъем вставляется, да. А, все понятно. Вот сюда вот. Вот сюда вот пазы. Сюда вставляется внутрь пазы, чтобы они не было туда. А вы инструмент тоже привезли посмотреть? Да, конечно. Где? Вот это. А вот эта вот вещь, здесь на печатные платы стоят разъемы, в которые вставляются уже релюшки. А это примеры маркировки, да, у вас получается? То есть сами разъемы вставляются релюшки. Можем, я просто вытащу, конечно. Алюминий, нержавейка, пластик, черный цвет. О, прикольно. А вот это что такое? Это маршалинговая клемма высокой плотности. Для Siemens была разработана. Это вверху атомные клеммы. Неподвижный воздействие радиации. Вы сейчас к какому стандарту 10 гигабитный интернет поддерживаете? Чей стандарт? RG45, то есть сейчас он уходит, сейчас индастриал за мной. Сейчас два консорциума, которые борются. У нас сейчас вводится по четвертому какому-то классу европейскому по нормам. Стандарт, я не знаю там, что такое, но самый современный стандарт, который есть, он будет у нас. А вы сказал, что, ну просто извини, ты, может, не знаешь, да, Siemens сейчас поддерживал один из консорциумов. Да нет, какой консорциум поддерживал? А вот это что такое? Это пустые корпуса под электронику. То есть вы туда можете вставить свою плату со своими элементной базой. А Arduino туда залезет? Что? Arduino. Залезет. Залезет, да? Ну, самый широкий вот, 67 миллиметров. Arduino-скую? Ну, могу Arduino-скую, могу дать саму вот эту плату. Классно.